Всем привет! С наступлением нового сезона детям нужна свежая пара обуви. Сандалии – то, без чего невозможно обойтись жарким летом. На сайтах предлагается огромный выбор детской обуви, в том числе с привлекательными скидками. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При выборе обуви для ребенка нужно учесть несколько моментов. Во-первых, подошва у сандалий должна быть гибкая и рифленая, особенно в передней части. Такая подошва формирует нужный механизм ходьбы и обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью. Жесткая подошва снижает амортизацию и ведет к походке с перекатыванием и дискомфорту. Во-вторых, сандалии не должны быть тяжелыми, иначе ребенок будет шаркать ногами. Как следствие, у него может измениться походка или возникнут ортопедические проблемы. На сандалиях должны быть качественные фиксаторы и регулировка. Детские ноги отличаются от взрослых, они гораздо уже в пятке и шире в мыске. Поэтому важно выбирать обувь с широкой передней частью, которая не будет сдавливать пальцы ни в объеме, ни по ширине. Качественная регулировка, обычно дети предпочитают липучки, позволит подогнать сандалии под полноту ножки и надежно зафиксировать для защиты от вывихов. Амортизирующая стелька внутри сандалий – это важно. Дети эксплуатируют обувь очень активно, они много прыгают и бегают, а при таком раскладе подошва должна служить хорошим амортизатором, чтобы защищать ноги от травм и болезненного ощущения после того, как ребенок приземляется на пятки. Супинаторы – они обеспечивают большую поддержку стопы, и совсем малышковой ножке в такой обуви может быть намного удобнее. На сайте Котофей детские сандалии для мальчика синего цвета с желтой и красной вставками сейчас можно купить со скидкой за 1390 рублей. Их прежняя цена – 1740 рублей. Есть выбор размеров. На сайте Гулливер коричневые сандалии для мальчика сейчас предлагают со скидкой в 63% за 1999 рублей. Раньше они стоили 5399 рублей. Обратите внимание, размерный ряд ограничен. На сайте Decathlon сандалии для мальчиков сейчас можно купить за 799 рублей. В наличии с 24 по 31 размеры. Обувь легкая, на подошве протектор, регулируется с помощью липучек. За такую же цену можно приобрести сандалии для девочек в серо-розовых цветах. На сайте Babybug детские темно-синие сандалии с принтом и ярко-оранжевой стелькой сейчас можно приобрести с 50% скидкой за 1495 рублей. Их прежняя цена – 2990. Их подкладка выполнена из сетки, застежка на липучках. На сайте Sportmaster сандалии для мальчиков Crocs Croc Band темно-синего цвета сейчас можно купить за 1999 рублей. В наличии почти все размеры. Обувь выполнена из пеноматериала с удобной застежкой-липучкой. Качество материалов и проверенный бренд важнее, чем вы думаете. Иногда мамы считают, что покупать дорогие сандалии незачем. Ребенок ведь все равно убьет их за сезон. Но даже изношенные внешне качественные сандалии все равно сохранят свой функционал. Их липучки будут все так же крепко держать, а утяжки фиксировать. В то время как у бюджетных аналогов растягиваются шнурки, липучки отрываются или забиваются нитками и всякой всячиной. В итоге ребенку очень неудобно ходить, нога постоянно вылетает. Часто это происходит с сандалиями, которые покупают для детского сада, а ведь в этой обуви ребенок проводит огромное количество времени. Помимо всего перечисленного, правильная обувь формирует и правильную походку, и не деформирует стопу. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!